выдержал отец Евгений. На ковер приглашается кожухарь Игорь Раковский Василий. Готовится Кравцов Евгений, Сонтур Кудар.
Чепрян. Победу одержал Момат Максим. На ковер приглашается Кравцов Евгений, Сонтур Тубер. На ковер приглашается Истратов Вениамин, Габор Владимир. Приготовиться вместе Енаки. Готовится Милешкевич Артем, Старченко Тимофей. Победу одержал Габор Владимир. На ковер приглашается Милешкевич Артем, Старченко Тимофей. Готовится Паустовский Михаил. Борьба за выход в финал. В этой встрече победу одержал Старченко Тимофей. И вышел в финал. Паустовский Михаил, Мирякли Андриан. Борьба за выход в финал. В этой встрече победу одержал Паустовский Михаил и вышел в финал. Победу одержал Федорико Андрей и вышел в финал. На ковер приглашается Сухом Леонид. Галимовский Вадим. На ковер приглашается Унтуров Павел, Филковский Андрей. Приготовится Момат Максим, Габор Владимир. Унтуров Павел, Филковский Андрей. Андриан. Филковский Андриан. Приготовится Старченко Тимофей, Паустовский Михаил. Вот финал. Ввиду неявки соперника победу удерживает Филковский Андриан. На ковер приглашается отец Евгений, Раковский Василий. Победу одержал Момат Максим. Гец Евгений Раковский Василий.
Тимофей, Паустовский Михаил. Финал. Встречу победу одержал Паустовский Михаил. Занял первое место в весовой категории 46 килограмм. На ковер приглашается Голембовский Вадим, Мерякри Андрей. Борьба за третье место.
Дубленко. Надо выговор сделать. Он совсем не Победу одержал Янаки. Который приглашается Митру Коджи. Женами приготовиться. Нету, без я. Через 4 встречи приготовиться на Коджи. Hey!
Никита одержал Мазур Александр. На ковер приглашается Маковей Олег, Шведул Никита. Приготовится Сухачев Тудор, Косановский Вадим. Yeah.
КР приглашается Мазур Александр Репидейский. Приготовится Шведл Никита Тасановский Вадим. Приготовится Сунту Янаки. На ковер приглашается Сунту Янаки. На ковер приглашается Мазур Александр Репида Евгений. Приготовится Чулак Чубанов. Мазур Александр Паменко. В этой встрече победу одержал Репида Евгений в связи с нервкой соперника. На ковер приглашается Шведл Никита Косыновский Вадим. Готовится Адамко Дан Кожухарь Юрий. Кожухарь Юрий. Победу одержал Сонту Тудор. Ковер приглашается Чулак Иван, Чубану Михай. Чулак Иван. Победу одержал Шован Вадим. Чулак Иван. На ковер приглашается Ефаров Данил, Кожухарь Игорь. Победу одержал Шведл Никита. За ними приготовится Прага Унгуряну. На ковер приглашается Адамко Дан, Кожухарь Юрий. Ковре номер один приготовится Прага. Александр Унгурян. В этой встрече победу одержал Адам Кодан. Казановский Кожухарь.
Чернобай, Гребенец. Thank you.
готовится Варван Дмитрий, Шведул Никита. Борьба за третье место. Юниоры, 2021 год, категория 55 килограмм, будут бороться на ковре номер 2. Через 2 встречи. Одержал Варван Дмитрий. Кравцов Енаги. На ковер приглашается Репин Евгений Адамкота. Борьба за первое место. Победу одержал Хаджи Никита. Ковер приглашается Кравцов Енаки. Thank you.
номер один приготовиться. Борьба за выход в финал. Митру, Влад, Меду, Александр. Победу одержал Барабан и занял третье место.
Бутук Влад, Булат Лилиан. Победу одержал Булат Лилиан. Связи с неявкой соперника. На ковер приглашается Катеринчук Мариус, Туркан Михаил. Приготовиться Бабин Никита, Вести Андриан. Победу одержал Патрон Сарин. И вышел в финал. На ковер приглашается Чернобай Кравцов. За ними приготовится Хаджи Вазиян. Давай. 10 шит уже надо давать.
покупать. Сейчас, знаешь как? Победа держать Чернобыль. На ковер приглашается Хаджи Вазиян. На ковер приглашается. Победу одержал Вести Андреан. Эй, Маша, портрет. Даем блин. А, да, тут. Мы ставим. Олег. Да. На ковер приглашается Гребененко Артем Габорьон. 66 килограмм. Приготовится Ушаков Игорь, Котец Андрей. Победу одержал Захария Максим. На ковер приглашается серб Андрей, Василатий Максим. За ними приготовится финальная встреча. Митру Влад, Патрон Сарин. Готовится Ушаков Игорь Тирасполь, Кадет Андрей Савыкин. Никита. На ковре номер один. Финальная встреча. 55 килограмм. Митру Влад, Патрон Сарин. За ними приготовится Чернобай Неду. Thank you.